По словам Сумачевой, все, что происходит на популярном проекте, решают только сами судьи. Никто из продюсеров не заставляет звезд раскрывать тех или иных участников маски. Все решения членов жюри – это их решение, пояснила Юлия в интервью. В прошлом выпуске передачи из шоу вылетела Ольга Бузова, которая выступала в костюме розовой пантеры. Сумачева считает, что зрители до последнего не знали, кто скрывается под маской пушистой пантеры. И все потому, что в шоу очень жестко поставлен вопрос с конфиденциальностью. Всех участников предупредили о больших штрафах за раскрытие персонажа, им грозит взыскание до 10 миллионов рублей. Члены съемочной группы могут заплатить до 3 миллионов рублей, если каким-то образом выдадут героя. А для массовки из зала предусмотрены штрафные санкции до 1 миллиона рублей, пояснила продюсер.